Всем привет, друзья! Я знаю, как быстро набрать рефералов в любой ваш проект. Открылась сеть с мультимаркетингом, называется Smart Level. И здесь есть лента объявлений. Вот сижу, листаю, думаю, может, что-нибудь свеженькое, новенькое. И сама сеть Smart Level свеженькая и новенькая только-только стартовала. И вы здесь вот можете дать свое объявление, вот, поднять в топ. Обновить страницу. Объявление успешно поднято в топ. Я вот здесь рекламирую свои проекты. И также люди рекламируют свои проекты. А еще я здесь зарабатываю. Заработала за пару дней. Сейчас я вам покажу. Активация уровней нажимаем. Здесь у нас мультимаркетинг. Линейка, бинар и тринар. 2900 рублей. Только что было 2800 рублей, уже 2900 рублей. 75 рефералов лично приглашенных под меня зашли. У меня куплено 6 уровней. И моя структура. В линаре у меня, линар это вот 75 человек. Видите, как прогружается. И у них уже есть свои структуры. И так до 75. Смотрим бинар. Бинар у меня тоже за пару дней разросся аж ого-го. И переливы получаются и сверху, и снизу. Смотрите, первый уровень, второй, третий заполнился, четвертый заполнился, пятый заполнился. Это у нас вот шестой заполняется уровень. И уже даже седьмой заполняется. Представляете? Вот так. И тринар. Мультимаркетинг. Линейка, бинар и тринар. В тринаре у нас подо мной три человека. Остальные денежки от активного наставника, то есть от меня, получают мои партнеры. Прямо на свой Payeer кошелек. В общем, тринар заполняется тоже ого-го. И все происходит очень быстро, потому что свеженькая сеть, новенькая сеть. Сейчас зайдем в Payeer кошелек. Вот, 22 августа у нас сегодня. Смотрите, денежка приходит прямо на кошелек. Вот, Smart Level, видите, по линейке. Здесь вот тоже по линейке. Здесь у нас тоже по линейке. Вот я денежку уже выводила. Сейчас я свои доллары просчитаю. Где у нас тут рубли? Вот они. 19, 9. Там по 150. 148, 39, 148. Ну, это с вычетом комиссии. Вот денежка приходит. Вот по бинару, Smart Level. Ссылочку оставляю под видео. Пока свеженький проект, go. Заходите сразу на 5 уровней. Ну, если нет столько денег, то хотя бы на 3. Всем пока.